Дом – милый дом. Так хочется, чтобы в нем всегда были тепло и уют. Этого хотят и жители микрорайона Заречный. Ждут и надеются, что проблемные вопросы сферы ЖКХ в их домах будут решены. А появились эти проблемы не вчера. Предыдущая управляющая компания оставила целое, как говорится, наследие нынешней. Еженедельно в офисе УК «Авангард Восток» обсуждаются вопросы, волнующие жителей. И во многом благодаря их активной позиции положение дел житейских в фонде постепенно меняется в лучшую сторону. Выступают жители с инициативами. Чтобы у нас на каждый подъезд была выделена лопата, потому что у нас жители многие не против сами даже с утра пораньше. А так у нас вообще очень сейчас хорошо. Ну, парковки чистят, на все наши просьбы откликаются. Обратная связь есть. Я хочу отметить то, что очень выручает вот этот чат, который недавно создали именно жители Заречного. Над решением каждой задачи вместе с управляющей компанией работают депутаты, блок жилищно-коммунального хозяйства, территориальные отделы администрации муниципалитета. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.